Это ПВП Арена. Сегодня нас ждет очередной выпуск. Скандалы, интриги, расследования. Ребята, а где? Социальная сеть, которую многие до этого времени считали самой настоящей помойкой. А теперь все уважают и снимают туда свои видосы. Да, сегодня мы с вами будем следить за конфликтом, который разгорелся внутри Лайка. Погнали! Аплодисменты! Итак, давайте познакомимся с участниками этого конфликта. Чтобы получить максимальный актив на их прямых эфирах, им всего-навсего нужно дождаться, когда их аудитория вернется со школы. Встречаем Давид Туров и Оскаридзе! Если вы думали, что сейчас девчонки обсуждают парней, красятся, смотрят сериалы, вы не правы. Они предпочитают скандалить в Телеграме. Лиза Шульга и Полина Хлеб. Аплодисменты. Итак, ребят, я очень далек от всего этого, но я пытаюсь не отставать, поэтому я хочу, чтобы вы не только мне, а всей нашей аудитории рассказали, в чем суть конфликта. Потому что сегодня, ребята, мы увидим два боя. Женский и мужской. Кто хочет начать? Давайте с парней. Давайте. Оскар, давай. Ну, я даже не знаю, с чего начать. Хорошо, дальше. Просто человек очень странно себя ведет. То есть, себя странно ведет только ты? Так, ты закрой свой рот. Рот закрой свой. А ты не дерешься? Так. А он ее парень, он тюбик ее. Он сидит как камел. Ребята, прямо сейчас мы будем знакомиться с новой терминологией. Он ее тюбик. Это ее тюбик. Ты в зеркало смотрел, чувак, или нет? Хоть разочек. Закрой свой рот. Он сидит, типа, вот так вот. На ее прямых эфирах он сидит вот так. И ничего не может сказать просто. И он говорит то, что говорит... Так тебе бесполезно что-то говорить. Она ему говорит, что ему говорить. Все, и у него нет слова. И у него нету прав. Ты что, прикалываешься? Нету прав. Рот закрой. Тюбик тупой. Жирный, заткнись, пожалуйста. Так, я правильно понял, ты тюбик? Да. Это ее парень. Или просто тюбик. Даня. Твой парень. Тюбик. Или просто тюбик. Тюбик — это оскорбление. А это оскорбление? У нас не ругаются на передаче. А ты подкаблучник, Оскар. Зубной пасты. Так, а как они тебя назвать тогда? Подкаблучник. Ребят, заметили. Олень. А, точняк, ты же олень. Так. Все, точно. А что ты не дерешься? А он ее тюбик. Так, просто подстилка. Это что новенькое. Так, конфликт у вас с ним или у тебя? У нас с ним. Так, давай. Смотри, сам ты же знаешь, ну и как все тут, наверное, люди знают, то, что Лайк — это детское приложение. Ну, ребят, вам по 18. Детская платформа, там, где, ну, в основном снимают дети, смотрят дети и так далее. Данный персонаж, не хочу, ну, конечно, он снимает это с девушкой, но не хочу брать девушку, потому что, ну, какой с девушки спрос? Данный персонаж на своих прямых эфирах, ну, и не только в своем Телеграме, в своих просто соцсетях с Лайка, именно с Лайка, с которых он гонит всех подписчиков, снимает, ну, почти что порнографию. Это правда? Да, это правда. Это неправда. Это правда. Это неправда. Давай, я спец по порно. Я спец по порно. Ребят, сейчас я скажу там как. Наконец-то я получаю удовольствие. Так мы же не порноактеры, что за бред? Так. Ну, как? Нормально показывай, да? А там одни квадратики. А что, где? И что здесь квадратики? И что мы с моей девушкой лежим, отдыхаем. Так, с Лайка гонят аудиторию в Телеграм. Они проводят прямые эфиры, куда перегоняют детскую аудиторию. Так что, мы просто целуемся. Садись, сейчас дед не выдержит. Ребят, а это в Лайке происходит? Да. В Телеграме. В Телеграме. Они да мы просто целовались. По этому видео я понял, что вы любите друг друга. Мы встречаемся. Логично. Ты серьезно у вас? Да. Так, давайте еще раз Это механика. Вы снимаете якобы интимное видео. Да какое да интимное? Это не интимное видео, мы просто целуемся. Голые. Голые на кровати? Там же не видно ничего. Там ничего не видно. Да, я разберусь в этом дерьме. Я сейчас покраснею, но просто целуемся. Можем сейчас поцеловаться, что такого? Давай, сожри ее. Так, мы наложим блюр, как на их видосах. Так, нет, такого у нас не было еще. Так, давайте еще раз. Ребята, я не знаю, что это, но Лайк мне нравится. Так Лайк — это не детская платформа. Почему сейчас говорят, что Лайк — это детская платформа? Наоборот, Лайк сейчас работает на взрослую аудиторию, на более подростковую аудиторию. Слушай, ты сам знаешь, что там дети. Ты сам это знаешь прекрасно. Там все время было дети. И да, сейчас приложение перестраивается, но все равно большинство твоей аудитории — это дети. Ты какой вообще пример подаешь? Это нормально, по-твоему? Я не могу целоваться со своей девушкой? Ну, не голые, хотя бы не на камеру, не для детей это показывают. А как насчет других сливок? Как тебя волнует это вообще? Вопрос такой. Тебя лично волнует? Какая тебе разница? Это наши аккаунты, мы что хотим, то и выкладываем. Тебе какая разница вообще? Мы выкладываем, это не влог. Ты говоришь, что... Подожди, или ты не целуешься со своей девушкой? Вот скажи, ты целуешься с Лерой Юникорн? Я не целуюсь голым. На камеру. Мы просто целуемся со своей девушкой. Что в этом такого, я не понимаю. Как будто он не целуется со своей девушкой. Что за бред? Как это можно обсуждать? Оскар, а почему тебя называют во всех соцсетях клоуном? Как на это реагируют? Да, они сами клоуны просто. Она начала это говорить. Она начала говорить Оскар клоун. Когда мы ругались, она говорила Оскар клоун, Оскар клоун. Это смешно. Это не смешно. И меня обсирает весь интернет за это. Я выложил видео, написал: ставь лайк, если Оскар клоун. На этом видео 200 тысяч лайков. Мне неприятно. Я правильно понимаю, поплачь, что это виновата поплачь. Ты? Да. Виновата она. Мы встречаемся же. Нормально? Ты мог не говорить этого. Ребят, мы меняем пару, и вы сегодня деретесь друг против друга. Что? Нет. Нет, ты чего? Я пошутил, Блин, не шути так. Это новая реальность, мне нравится. Также... Я хочу, чтобы ты ответил за свои слова, когда на прямом эфире ты назвал Милану Некрасову, мою подругу, тупой лошадью. Так по факту же лошадь. Ну, слушай, почему мы сказали про нее так? Они сидели в эфире, Милана Некрасова, Женя Лизагуб, вели эфир, где они над нами угорали. Никто не угорал над вами, говорили. Нас. Никто не обсирал вас. И это есть видео... запись этого эфира. Да, так покажи мне эту запись. Хорошо, можем показать. Давай показываем прямо сейчас. Ну, ребят, осуждаю полностью Оскара и просто, чтобы его в бан отправили. Давайте все напишем, типа, петицию, подпишем в интернете, создадим, чтобы Оскара и Полину Хлеб заблокировали. Потому что то, что они делают, это ужас. Я понимаю, может быть, там была какая-то... со стороны девочки, но скажи мне, вот ты мужчина, ты вообще зачем девочке отвечаешь? Или ты сейчас возьмешь, пойдешь с ней и выйдешь на ринг? Ну, я не хочу с ней разговаривать, мне, в принципе, пофиг. Просто они затрагивают нас, мы затронули их. Почему мы не можем ответить им, если они на нас сидят, смеются, угорают? На этом видео 100 тысяч лайков, да? То есть это видео прям залетело, оно хайпануло. И они просто обосрали нас. Хотя мы ничего такого не сделали. Мы их не трогали, мы их не обсуждали, нет, ты мы их не оскорбляли. Назвал тупой лошадью. Стой, подожди. Ты вот прямо сейчас за это ответишь? Подожди. Мы их не оскорбляли, мы их не трогали, мы вообще их нигде не упоминали. Было такое? Это было только после того, как они задели нас. Мы не хотели вообще с ними никак... Что они сказали? Да, что они сказали, что мы клоуны, что мы кринжи, заблокировали нахрен все аккаунты. И все такое. А было ли у вас такое, что вы наткнулись на какую-то вещь в интернете и поняли, что она вам сейчас ну очень нужна? Или просто хочется? Или на нее прямо сейчас жирные скидки? У меня, да, я увидел огромный телек и дико захотел его купить. Ну, чтобы смотреть на нем разные шоу в интернете, например, PVP Арену. Но он капец дорогой! Что я сделал? Сплитанул. Ща-ща объясню, что это такое. Сплит – это такой способ оплаты на Яндекс.Маркете. Можно оплачивать покупку 4 частями и без процентов. Если сразу всей суммы нет, ты оплачиваешь покупку 4 раза равными частями. Первая часть списывается сразу, а остальные 3 каждые 2 недели. А оформление занимает меньше минуты, сам проверил. Ну а если ты передумал, отменить заказ со сплитом очень легко. Деньги вернутся на карту. В общем, кайф, ведь можно позволить себе все, что угодно. Ссылочка будет в описании. Сплитуем и продолжаем смотреть выпуск. В конфликте ребят довольно, ну, мне все понятно. У девчонок вообще своя история. И она тоже хорошая. Давайте расскажите ее. Я ее знаю, но давайте пускай все узнают. Давай хоть тут что-нибудь скажи. Я могу рассказать все про Полину. Давай. Давай послушаем. Вообще, интересно. Мы начали общаться тогда, когда она попросила мне помочь ее пропиарить в ТикТоке. Угу. Ну, и я такая, ну ладно, хорошо, без проблем, мне все-таки... Сколько у тебя было в ТикТоке тогда? 600 тысяч подписчиков. Ого-го. Вот, и я такая, ну ладно, хорошо. И она была тогда... твоей подругой или просто она на улице подошла? Мы тогда с ней общались, ну как, пару раз гуляли, но мы не были подругами. Угу. Вот. И у нее тогда был 11-й айфон новый. Я такая думаю, ну ладно, она мне будет давать снимать, а у меня был старый, ну, нехороший телефон. Угу. Ну, она мне будет давать снимать, и я буду помогать ей, ну, с ТикТоком, ну. И как бы... Можно сказать, да, бартер. Вот, но все так завертелось, то, что я привязалась к ней, начала считать ее настоящей подругой. Я, можно так сказать, была ее как менеджер. Я помогала ей, ну, продвигать ТикТок, постоянно менеджер. Давала ей советы. И вот так я ей помогла, у нее сейчас почти тоже... Вместе стали развиваться, условно. Да, вот. И наш первый конфликт был тогда, когда мы с ней поссорились, и она мне сказала то, что она добилась всего сама, и как бы... Тебя это задело, да, так сильно из-за того, что... Ссора была из-за того, что она начала сильно наглеть, и она ничего сама вообще не придумывала. То есть она тупо тырила мои идеи. И что? Если сравнить твое и мои видео, ну, там был пов, типа... Все друг друга берут идеи. Давай начнем с этого. Полина, ну ты слезала полностью, весь сценарий. Нет, поменяла. Мой. Ты поменяла одно слово, буквально. Еще, ну поменяла же. Но мне было неприятно то, что ты просто ворвала мои идеи, даже не отмечала меня. Я говорила, если берешь мои идеи, то просто отметь меня. Ты просто обиженка тогда, и все. Нет, ты просто у нее брала идеи в открытую. Но ты могла сделать так. Слушай, в моей голове абсолютная пустота. Твои идеи норм заходят. Ты же не против, если я буду... Но ее это да, но только отмечай меня, и все. Она так обижена на это? Ну, я, мне кажется, у тебя своих идей нету, ты ничего сама не можешь? Тоже придумывать идеи тоже работа. То есть ты обиделась из-за видео? У меня был сценарий, я пошел, я же не воровала. Ты как маленький ребенок обиделась из-за того, что у тебя украли какую-то идею? По сути, да. Я не обижалась, я просто ее попросила отмечать. Лиза, честное слово, короче, голодные ты ведешь себя постоянно прическами сидят, и я между... Это параллельная вселенная. Ты ведешь себя как тупой ребенок. В смысле, как тупой ребенок, Оскар? Ты как тупой ребенок себя ведешь. Ну ты подстилка. Даже когда мы гуляли зимой... Парня так... Я не могу. Да он тюбик просто, ты бы видел, как он себя ведет. Потому что я ее парень, это просто у них сразу триггер лежал по горе. Он вот так вот сидит. Он вот так сидит. Вот так вот просто... В доту играет и все. Ты можешь по-прежнему встать и влупить ему. Сейчас, ему микрофон. Подождет, пусть он говорит еще. Сделай сальтуху просто что-нибудь. Ну сделай. Нет? Сделаем, сделаем. Оскар, все началось с того, что Полина даже ничего не сказала Лизе, там не извинилась, не попросила. Можно, я буду так делать. Она просто идея и все. Я просто сказала... А ты сейчас говоришь, что она ведет себя как ребенок. Что, взяла идею, что нельзя было нормально договориться? Можно было попросить. Вот прикол в том, что я могла с ней нормально договориться. Я просила, Полин, просто отметь меня, и все. Она продолжала. Но в комментариях что, нельзя было отметить? Нет, она не отмечала нигде. Ты нигде один раз меня отметила. А что, конфликт только из-за этого или что? Так, секундочку. Это вообще просто капля в море. Конфликт сейчас, твоя претензия в том, что ты помогала. Она просто, ну... В итоге от тебя отказалась и начала воровать твои идеи. Правильно? Можно так сказать. Но это в ТикТоке. Это в ТикТоке. Ну, мы сейчас и говорим про ТикТок. Я начала с самых азов. Я считаю, то, что ничего страшного, то, что я брала у нее. Вот твоя версия происходящего. Ну, мне все равно, то, что она говорит. А что ты ржешь? Что ты? Нет. Сказать нечего, Полина. Нет, мне есть что сказать, много чего. Ты сейчас выйдешь на арену. Да. Я понимаю. Через секунду. Да. Давай, разломай мне лицо. Губошлепка. Лиза Мелли просто губошлепка, типа, ну она губы накачала. Слушай, подожди, зачем ты за девочек что-то говоришь? Ты скажи, ты мужчина, разговаривай с мужчиной, хватит за девочек что-то. А что, ты по понятиям живешь, типа, или что? Нет, просто это конкретно некрасиво. Ты понимаешь, эти скамейки вот сейчас, ну, в разных мирах прибывают. Ребята просто кайфуют от того, что они делают, и им плевать, какие нормы они нарушают. Вот, по факту, да. Вас задевает то, что они живут не так, как хотите вы. И у вас своя правда, у ребят своя правда. И, ребят, я хочу, чтобы в комментариях сейчас каждый из вас написал, как вы относитесь к позиции каждого участника, потому что это, ну, многие факторы на это влияют. Воспитание, окружение и так далее. Итак, ребята, это интересная история, и давайте посмотрим за ее развитием. Вопросы из зала. Я Фрося, и мне, правда, очень стыдно за то, что вы делаете. Даже то, что ты сейчас обозвал девочку, неважно, что она тебе сделала, что, кем она вообще является. Но обзывать вот так прилюдно, еще такими грязными словами, ну, как по мне, ты не имеешь вообще никакого права. Это очень низко. После этого, ну, какой ты парень, вот если честно. Каждый... Сейчас показушно сидит, поглаживает ее по плечу, вот так, да, вот, имеет вот моя право. Девушка. Как, насколько сильно вы играете на камеру, это круто, конечно, но в целом то, что вы делаете, мне, правда, очень стыдно. А что именно тебе не нравится? Ну вот реально, прям объясни. В целом вы как персонажи, то, что вы снимаете, на чем вы хайпитесь, это очень грязно. Это очень грязно. Ты говоришь про контент. Что именно сейчас? Грязно? Объясни. Контент, конкретно. Видео, можно конкретно, видео подробно. В Телеграме. Сидите на эфирах, мацаешь ее за бурури. За кого? Что? Нормально? Что? За что мацаешь? Ну, имеет же право, в чем проблема? Что еще раз? Что? За грудь. Ага, за грудь, понял. Ну, и вот там сидит моя младшая сестра, которой 7 лет, и она на это смотрит. Ну, типа, и вы должны понимать, что у вас вся... Правда, правда, Фрося. Давай я кое-что тебе напомню. Мы что хотим, то и выкладываем. Давай подумаем о твоем контенте. Ты сидишь такая добренькая, хорошенькая, да. Но давай мы вспомним, как ты хайпила на алкоголе, как ты курила сигареты, как ты вступила в плохую компанию, ты сидела там чуть ли не с наркотиками. Больничка. Больница, твоя постановочная больница, это приятно, если ты будешь, если ты сейчас не закроешь рот, если ты не перестанешь кричать. Давайте навалим говна. Давайте обсудим контент. Человек, который нападает, это значит, что ты защищаешься. Так, подожди, ну-ка давай еще... Чуть ли не с наркотиками. Знаешь, просто я не понимаю, какие вопросы к нам... Какой контент мы делаем, то, что мы делаем в прямых эфирах. Почему это кого-то касается? Да, почему это кого-то касается, вот... Она это осуждает, она говорит, что мы как-то себя плохо ведем, что мы грязно себя ведем. Но человек, блин, сам хайпит. Конкретно, ну-ка. Смотри, была ситуация. Как парень должен себя вести нормально. Смотри, была ситуация. Девочка оскорбила. Давай, расскажи так же. Давай расскажем. Это не по-мужски совсем. Что за хайп с больницы? Давай сначала обсудим сигареты и алкоголь. Давай-ка, я обожаю. В общем, в Лайке Фрося, такая добренькая, хорошенькая девочка, все такое. Смотри, напряглась, защитная поза. А потом... Какая-то была такая история, что они с Давидом и Женей разъехались и перестали вместе снимать. Угу. И у Фроси началась такая история, что она вступила в плохую компанию, что она курила сигареты, пила пиво. Что ее там нашли где-то... Я самый ужасный человек на этой планете. Что там нашли ее где-то у какого-то подъезда, подвала с пивом. И там была какая-то, правда, компания. Там... Я закрою рот уже, реально. Ну, не, ну она что-то высирает. Я прям напрягся, я думаю, все. С пивой, с сигаретой сидела. Так, вот. Давай. И она сидела, ну, была такая история, что она попала в плохую компанию, она там курила и пила. Ну, осуждаю. Да, дальше. Я тоже осуждаю. Вот. Но потом там Фрося исправилась, Фрося стала хорошенькой, она перестала пить, перестала курить. Фрося, между прочим, ребята, прямо сейчас находится где? Я ее за это уважаю, это очень круто, что она бросила курить и пить. Вот просто, ну, когда она говорит, что мы делаем какой-то грязный контент, но пиво и сигареты, там... Слушай, давай вот по факту прямо сейчас я Милане записываю кружок, ты извиняешься перед ней. Можешь отойти? Прямо сейчас. А ты можешь отойти? Извиняться. Извиняешься за то, что ты ее назвал тупой лошадью. Прямо сейчас. Да не бойтесь, я его не трону. Можете посадить, пожалуйста. Можете его успокоить? Такую гарь сидела бабушка просто. Пускай скажут. Что сказать? Извини, Милана, за мои слова. Ты серьезно? Извини, Милана, за мои слова. Я так больше не буду. Вот это да! Да шучу мне. Мне пофиг на нее, реально. Я не буду забирать свои слова назад. Ребят, я хочу услышать ваше мнение. Итак, вопросы из зала. Полин, а правда, что нынешний парень Лизы тебе понравился, и она просто решила увести его к тебе? И я это слышал тоже. Да, такое было. Будет сейчас тема про то, что Оскар тупой олень. А сейчас он тебе нравится? Какая разница? Собрался делать. Вот так? В смысле? Нет, ты видела? Да, я пошутила, это было ровно. Слушайте, а где вы шутите, а где вы не шутите? Только что было извинение, пошутил. Оскар. Полина, а что ты мне писала в Телеграме? Что я тебе писала в Телеграме? Обязательно это тут сейчас говорить, да? Более чем обязательно, Полин. Оскар сейчас сидит, типа все нормально. Он же сам, он знает, что ты мне писала. Можешь закрыться, пожалуйста? Оскар знает, что ты мне писала. Давай, показывай переписку. Ребята, мне нравится Лайк. ТикТок. Так он знает, что она мне писала и сидит, типа, все нормально. Бро, держись, бро, держись. Это нормально. Это ты в шоу-бизнесе. Тут кушают только какашки. Читайте. Вы нормально? Зачем вы так показываете? Я... Причем, если что, я не единственный. Не вздумай на меня набрасываться. Привет, Дани. Я очень... Мне 35, у меня двое детей. Я читаю переписку в Лайке. Прямо сейчас я совершаю прыжок в прорубь с говном. Привет, Дань. Я очень сильно скучаю по тому времени. А ты? Смайлик. Разбитое сердечко. И по тебе скучаю. Дань, ответь. Ответ. С головой все норм. Так по какому тому времени, в смысле? Какое-то время. Дата. А, это скрин. Знаешь, что за дата. Оскар, что ты подосел? Так, Полина, у тебя будет что-нибудь сказать? Или Оскар? Прикинь, твоя девушка пишет тюбику. Прикинь, да? Честно, это неприятно обсуждать. Просто знаю, что... Полине нравился Дане. И, походу, и сейчас нравится, я не знаю. Ребят, вы прямо сейчас. Вы должны понять, что своими видосиками вы ворвались в жизнь, где теперь вы будете постоянно на виду. И шуток тут не будет. И понимаете, любой вот такой стресс вашу молодую нервную систему просто разорвет. Оскар, как сам? У меня нет настроения. Я не знаю, что сказать. Просто у... Полины была такая вообще история, что, в общем, она один раз... Вы странные чуваки. Так, сильно. Тише. Что? У Полины была один раз история. Подожди, что она сказала? Да я хочу послушать Фросю. А вы странные чуваки, она сказала. Она, да, и некрасивая. Подожди, пожалуйста. У Полины один раз была история? Ну, то, что когда она встречалась там... С одним... Короче... Она встречалась с каким пацаном, зовут Саша. Он тоже лайкер. Я тоже Саша, кстати. Можно не поднимать эту тему? Конечно, можно. Так. И они сильно поругались. Ага. Они расстались. Они были в отношениях несколько месяцев. И даже месяц не было. Конечно, месяца не было. Было больше даже. Они 3 дня. Ребята, первая пара, разрушенная на ПВП. И они расстались. И через какое-то время мы начали встречаться с Полиной, а потом оказалось, что она хочет к нему вернуться. Что, ну, она ему писала, она хотела все вернуть. Я думал, там развязка хотя бы. Мы с ней, ну, типа, встречаемся, она пишет ему, они там списываются, созваниваются. Она пишет, я скучаю, Саша, я тебя еще люблю. То есть, получается, это, продолжая, это вторая история такая уже. Что не так? Тебе Оскар не устраивает? Я реально говорю. Тебя Оскар чем-то не устраивает? Устраивает. А что ты написываешь? А зачем ты писала, Саша? Давай это обсудим. Я не хочу поднимать. А я хочу, Полин. А я не хочу. А зачем ты Дане писала? Скажи мне. Ну хватит, пожалуйста. Не, ну давай, может, поговорим про это здесь. Зачем ты писала, Саша? Давай это обсудим. Давай, я могу написать. Скажи, зачем ты писала, Саша? Серьезно? Но у меня были чувства к Дане. Ну, я... Саша здесь тогда... То есть, ну, давай так, скажи, я просто любвеобильный человек. Да, да. Или ты скажи, я полигамна. Скажи, я полигамна. Ну. Мне стыдно с ней сидеть. Это нормально, ну такое... Мне стыдно с ней сидеть. Так, Оскар, ты ее минуту назад защищал. Это нормально. тебе нравится несколько парней сразу. Да нет. Ну как, ты пишешь ему. Ты писала Дане, ты писала Саше. В одно время мне нравился Даня, в другое время мне нравился Саша. Так ты недавно Дане написала. Да, я люблю Оскара. Ты во время отношений с Оскаром мне писал, это недавно было. Это было в один день, Полин. Все нормально было? Голова кипит. Ты в состоянии была или ну, не просто ответ, да и все, как есть. Мы же ничего такого не делаем. Да, и скажи, почему ты писала Саше? Я не могу разобраться в себе просто. До сих пор? Да. Ну, тогда, может быть, стоит отношения с Оскаром тормознуть, получается, если не определилась. Я так не могу. Мы из-за этого сильно ругались. Да? Это просто неадекватно. Я вижу, что у тебя глазки на мокром месте, зайка. Ну, просто это неприятно обсуждать, просто зная... как она пишет, кому она пишет, и то, что она там созванивалась с бывшим, это очень грустно. Я тебя прекрасно понимаю, братан. Следующий вопрос. У меня вопрос к Давиду. Давид, Диана Астер показала переписку, где четко доказала, что видео с той самой аварии — это фейк. Вот теперь мне ответь, кто врет? А это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Это хороший вопрос. Ну, да. Слушай, базару нет, хотели сделать фейк. Хотели, ну, не хотели, мы даже наняли каскадера, скорую и так далее, чтобы машина перевернулась. Так получилось, что машина разбилась, ну, до того, как хотели сделать, так сказать, вот эту вот фейк-историю. Вот и все. Положа руку на сердце, скажи, я клянусь, что это... Ребят, очень такой жесткий прием с моей стороны. Я клянусь, что это была постанова. Я клянусь, что это была не постанова, они случайно врезались. Аплодисменты. Полина, вопрос к тебе. Что не так с твоими родителями, что они влезли в твой конфликт с Лизой? Не кажется ли тебе, что это лютый кринж? Нет, не кажется. С моими родителями все нормально. Да? То, что они влезли в конфликт, они меня защищали, как мои родители. То есть твои родители зарегались в Лайке? Да. И ведут там стримы, где якобы... Сейчас они уже не ведут, раньше вели, да. Это, нет, это полный кринж, они до сих пор ведут стримы. И... Легенда! Оскар лучший! Мне не нравится, как они ведут стримы. Они отвратительно ведут стримы. Тебе нужно продюсировать их. Они... Слишком много чего обсуждают, много лишнего обсуждают. Много личного. Обсуждают лишнее, личное, наши отношения. Сколько им лет? 40. Ну, я... Оскар, подожди, так вы вместе или нет? Нет, я тебе хочу сказать, я заблокировал ее папу, потому что он неадекватно себя ведет. Вот. Я что такого сказал? Вишенки как вишенки. У кого вишенки, у кого апельсинчики, так все нормально. Как бы, кому как повезло, извините, в жизни. Вот и все, что я могу сказать. Ребят, ну это приз. У нас есть какой-нибудь кубок за лучший диван? Я не знаю, это же кайф. Вы после этого эфира так все еще вместе или не вместе? У вас все хорошо? Или у вас сейчас буря эмоций внутри? В плане. Буря эмоций? В плане. Да. Я просто не знаю, что сказать. А вы ожидали, что когда придете сюда, вот так может развернуться? Или вы думали, что весело все пройдет? Я думал, будет повеселее, если честно. А тут такая токсичная обстановка. Очень токсично. Согласен. И это мы еще даже не дрались. Привет, ребята. В одном из роликов Полины и Оскара вы сказали, что на вас держится весь российский лайк. Вы сами это так считаете? Да, мы так считаем. Да, мы так считаем. Потому что с нами залетают видео, мы короли лайка. Можете снять, у вас залетит видео. Да. Опубликуйте нас вот так, и там будет очень много лайков. Кринжовое видео, возможно, ты и залетит. Потому что поржать просто посмотреть. Да-да. Так люди заходят посмотреть и поржать просто с вас. Ну пусть заходят. Заходят, так они заходят. Они пришли, понимаешь? И что, они сразу ушли, поржали и ушли? Вообще никто не пришел. Что ты тут сидишь, говоришь, у тебя 100 тысяч подписчиков, что ты высираешь? Ребята! Вы знаете, тут были разные конференции. Тут был Хилми и Корейка. Тут много кто был. Но это, очевидно, первое место. О, это лайк. Прямо сейчас вы увидите лучшие бои на ПВП арене. Стардаун! Поехали! Сегодня мы собрали для вас блогеров новой волны. Они собирают аудиторию молниеносно. Давайте посмотрим, Как они ее удержат? Это ПВП Арена! Итак, ребята, прямо сейчас настал момент, ради которого мы здесь все собрались. Но вначале я хочу представить вам наших комментаторов. Посмотрите, какая шикарная пара. Янгер и Екатерина Голышева. Аплодисменты. Я его не знаю. Кто это? Ты кто? Я вообще первый раз... И комментируешь с ней? Я правильно сказал, что вы пара? Да. Все правильно. Нет, неправильно. Ребят, ладно, не будем о вас. Что вы ожидаете от сегодняшних боев? Я хочу увидеть нокаут. Я хочу мясо, ой, зрелище. Как там говорят это? Короче, я знаю, что сегодня дерется Давид и Оскаридзе. И для меня это... Нет, Давида я знаю, Оскаридзе новенькое имя. И я знаю, что девушка Давида, которая... Ой, можно говорить? Которая находится здесь, называет его дядя Тигран. И он должен сегодня победить. Ребята, вы сегодня получите и хлеба, и зрелищ. Но вначале хочу сказать, нас обслуживает профессиональная команда судей, а рефери на арене — Амирхан Гитимагомедов! Нифига имя. Уже угрожающе звучит. Выглядит опасно. Я не советую вам ссориться с нашей первой участницей, потому что сегодня она планирует избить свою подругу. Ведь та перестала ей писать. Лиза Мелли! Сегодня она не боится проиграть и опозориться, потому что ее отец уже зарегистрирован в Лайке. Полина Хлеб! Середину. Внимательно, Маш, слушай мою команду. По команде стоп не работаем, по затылку не бьем. Ну-ка, поддержали наших девчонок, давайте! Девчонки! Ай, молодцы! Первый раунд. Давайте так, чтобы зубы летели. Ну-ка, давайте! У-у! Ой, ну ой, все, ой, все, Полина выиграет. Ой, ой, хорошо. Лиза вообще не уверена. Лиз, давай поувереннее. Не, подожди, по-моему, Полине дали хорошечно так, она вообще потерялась. Пофиг на ботекс, бей прям в лицо. Добивай. Попадай, давай. Ой, не отворачивайся. Давай. Почему ты остановилась? Полин, подними руки. Это ПВП-арена, здесь нет пощады. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лиза, хорошо. А затылку не бьем. Стоп, стоп. Да, по-моему, да, что-то. Так, давай, ты за Полину, я за Лизу. Полина! Ребята, Лиза, давай! Ребята, у нас вспоминается Аракелян. Ой, Катя Аракелян. Нет, подождите, Аракелян стояла просто как стол. Потому что и тот нормально. Давай, давай, вот так, еще, и попади. Ну, не... Хорошо, целься прям в лицо. Она двумя. А мы 10 секунд. Самая плохая команда. Токсик Тим, ребят. Мы? Ну, конечно. Мы, да. Нет, девочки, давайте жить дружно. Стоп. Аплодисменты. Мир, дружба, жвачка. Я считаю, что это правда за Лизой. Да нет, это безусловно за Лизой. 100%. Она просто по голове ей нафигачила. Самое главное, что никто пока что не сдался, как Аракелян после первого раунда. Так что в целом все идет хорошо. Бедная Карина. Вот сколько времени прошло, а ей до сих пор прилетает. Да, за это. Нет, нет, давайте отпустим этот момент. Да, девчонки просто боевые здесь, они готовы идти до конца. Ребятушки, давайте аплодисменты поддержим девчонок. Им не просто. Второй раунд. До конца! До конца! Стали, там еще минуту проводить, ты не помнишь? Давай, соберись, где твои... Полин, да, нормально, по голове двоечку! Вот, пролетело. Давай по корпусу. А вы видите, как непросто. А вы-то знаете, это один я не знаю. Вы-то надрались. Так ты выйди с кем-нибудь уже. Хорошо, я обязательно учту это. Эти пожелания. Оп, Ира, давай, нормально. Обходи ее слева и бей. Слева обходи. Ныряй и снизу. Главное, чтобы она тебя в угол не забивала. Очень много ударов в защиту проходит. Давай. Ты слабенько бьешь. Слушай, но Лиза прям дает ей отдохнуть. В то время, когда она опускает руки, она дает... не отдавай, она даже когда отворачивается, не бьет ее. Она ее жалеет как будто. Может, они подруги? А были раньше. Одна отбила парня. 10 секунд. Работаем. Давай. 10 секунд. Давай. Лицо, корпус, корпус. Хорошо, вот он. Концовку взяла. Видно, ставка не зашла. Поддержим девочек. Какая-то на самом деле. А что? А мы на интервью сейчас? Ну, девчонки отдыхают. Не мешай мне работать. Мы сейчас на интервью. Ребята, она нас раскусила, расходимся. Полин, ты нормально там? Еще разок, двоечку и нормально. И уходим домой с кубком. Нет, Полина, все, она уже сдулась. Полин, задуйся обратно. Лиз, давай. Ребята, по корпусу тоже работать. Чего вы в голову-то бьете? Печень, почки, раз, два. Третий раунд. Бой. И вот, еще разок. Давай. Туда. Ой, хорошо прошла. Молодец. Лиз, давай. А ты левша? Лично. Давай, надо попасть. Ой, хорошо корпус. Ой. Левый джеб, правый боковой. Давай, вырубай ее, вырубай. Она ей в лицо. Вот. Затылок не бьем, стоп. Подожди, там судья вмешался. Работаем. Судья тоже рискует сегодня. Давай. Оп, и попадай. Начала активно Лиза работать по корпусу. Хорошо. Полин, последний раунд. Нельзя проиграть. Давай, не бей. Работаем. Не бей в спину, не засчитают. Не давай ей спуску, вот. Капа выпала. Она обнимает ее? А что? Сосаться. Нет. Давайте бой до конца. Дружба потом, обнимашки потом, бой до конца. Они не понимают. Стоп. Не, это конец был, не начало. По углам. Лизка выиграл.